Сейчас, ребята, придет и моя очередь попахать. Всем, ребят, привет! С вами Седой. Мы в деревне. И сейчас вот трактор прошелся. И по традиции в начале сезона нужно обследовать тот самый огород, где я всегда открываю. В общем, сейчас ванкуш вам покажу, что он из себя представляет. Ванкуш по этому огороду еще не ходил. Все приборы ходили. Аська ходила, макрорейсер ходил. Nocta Impact ходил, Guard ходил, Pro, все находили. Ну а посмотрим, Ванкуш что найдет, нет, любопытно, мне самому любопытно, погнали. Ну что, ребят, вот мои следы, прошелся от зелененьких кустиков, сигнальчики прозвакивают, но я копаю только четкие. И вот четкая первая монета. Копейка Николая, к сожалению, затертая, подушатана, и год 1911, что ли, не знаю, не вижу. Вот такая монета. Пойдет? Пойдет. С почином на этом огороде. Ребята, в прямом эфире хочу. Где-то не глубоко, показывает два деления. Да, вот она, смотрите. Вот она, двушечка Николая. Ай-яй-яй. Хозяйка, теща, говорит, в этом году тоже камней много выцепили. Две копейки. Наверное, все-таки 1908 год. Вот она, красавица. Вот здесь вот копейка, здесь вот двушка. Я думаю, штук 5 я точно накопаю с ванкушем. Здесь вот, смотрите, видите, какая керамика лезет. И камушки, камушки, камушки. Дом где-то вот здесь вот был. И все это разносится. Зачетно? Зачетно. Ребят, копаю все четкие сигналы. И вы знаете, здесь, в этой ямке, сигнал был, знаете, невзрачный. Но когда выкопал, сигнал был чистый. И вот выкопал вот такой вот здоровый женский нательный крест. Вообще огонь, смотрите, какой, а. Вообще класс. Слышал, слышал. Фокус, что ли? Нет, не вижу нифига. Вот такой вот крестик. Зачетно. Зачетно. Большой. Большие редко попадаются такие. Ладно, сигналы есть, это радует. Ребята, я вот копаю, а вон там он. Вот видите, так где мой палец? Вот он. Пацаны молодые копают. Конкуренты, ёшкин кот. Ладно, а мы здесь. Ну что, ребят, с находками немножко встало. Был сигнальчик звонкий. Выпала вот такая пуговка. Вот я как бы смотрел, думал, съедено полностью, обломано. Начал чистить и обнаружил рисунок. Пугову у нас еще посеребренная. И это, ребята, у нас связь, почта.
Да? Да, вроде. Ну вот, еще одна находочка. Были еще конинки, там от обломки от бубенчика. Ну, пока это самый неплохой сюжетик. Ладно. Там у нас уже сажают по моим следам. Вовремя я успел на этот огород. Вот здесь вот, ребята, был сигнал звонкий, классный, но оказалась проволочка. Здесь вот сигналчик был. Смотрите, какой. Ну, это медь должна быть. Медь должна быть. Вот, взял. Вот, точно. Монетка, ребят. Очередная монета. Ой, это СССР. Монетка СССР. 24-й год. Ну, бодрая. Бодрая монетка, смотрите. Вот она, красавица. На этом огороде немного было советов. Немного. На царей прибыло предостаточно. Вот, классно, классно. Так, у меня 3-4 уже монеты есть, да? Еще одна, и лимит выполнен, как я вначале сказал. Все классно. Красота. Вот этот участок мне в свое время не дали покопать. Говорят, мы сами все выкопаем. Но я 100% уверен, там находки есть и неплохие. Ладно, жадные черти. Ну что, ребят, пришло время заканчивать свой видеокоп. Трактор спахал, я походил, он разбрановал, картошку посадили, слава богу. Вот, так что кто не сажает, да? Майские праздники всегда сажаем. Вот, это что касается деревни. Городские покупают в магазинчике картошку. Мы сажаем. В общем, по находкам было ништяк. По сравнению с другими годами. В этом году получше. Не знаю почему, с чем связано. Но это стопудово не ванкиш результат. Это сегодня с ванкишем. И результат у вас перед глазами. Ну а результат, ребята, получился вот такой вот. 4 монеты. 3 по копейке. 1 двушка. Вот, ничего сверхъестественного нету. Все николаевские периоды, за исключением копеечки 24 года. Вот она. Вот такая вот комната. По сопутке конины я вам не показывал. Кусочек от гильзы. Не знаю, что за калибр. Вот. И крестик. Крестик я почищу. Вот такой зачетный почищу. Сделаю его очень-очень красивым. И верну хозяйке участка. Она его осветит и будет носить. На оборотной стороне имеется надпись «Честным крестом». Кстати, если кто не знает, отклапываемые крестики можно носить, осветить и носить. Так мне сказал батюшка Владимир. Ну и все, ребята. Лето впереди, работы предстоит много. Так что ладно, до новых встреч, пока. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо.